и вор. Эй, что видел? То запилить всякий дурак сможет. А вот теперь попробуй свое ебло до дома довести, бро. Ой, а где мой контент? Ага, погоди, я тебя сейчас... Пизды! Эй, а где мой с гостинцами? Вот я балбес, вот остолоп, вот я бес, вот я зэс. Съездил, называется, на яйца. Яйца! Без контента. Как мне теперь домой возвращаться? Ты что, тупица, что ли? Нет, был у меня на шее камень драгоценный, алмаз, вот такого размера. Наклонился над колодцем воды зачерпнуть, а он под бабуль к воду. Вот теперь сижу и пержу, как его теперь оттуда вытащить? Алмаза. Так давай, я тебе его достану. Давай, опускай меня скорее. Нет. Отвечает повар. Теперь, пока ты мне не скажешь, куда ворованный контент спрятал, я тебя не опущу. Проклинаю тебя на... Познакомьтесь, это знаменитый вор. Не надо, пожалуйста. С тех пор этого вора никто уже в нашем районе не видел.